Всем привет, ребята! И сегодня с вами София Наумова. И опять же, недавно в Clash Royale проходило событие кланового сундука. И там мы смогли впервые набрать 9 из 10. Это очень хорошо. Раньше наш максимум был 8 из 10, а в этот раз мы набили 9. И это очень круто. Также отдельную благодарность хотела бы выразить. Ему дрель купили, ему теперь надо обязательно ее испытать. Также хотела бы выразить отдельную благодарность таким никнеймам, как Боженька, Синяя Звезда, Аксионов и IvanPlay13. Потому что когда до окончания события оставалось где-то полчаса, а может быть чуть больше, то мы с этими ребятами смогли набрать оставшиеся 100 корон. Или, по-моему, там было чуть даже больше. Короче, ладно, не суть, но благодаря им мы смогли набить 9 из 10, и это очень круто, спасибо вам большое. А сейчас давайте, собственно, откроем сей сундук. Итак, первое — это 1404 золота, подрывник 10 штук, разряд 19, гоблины-копейщики, ракета редкая, валькирия, лучницы и клоун, эпическая карта. В принципе, на этом все. И если вы играете в эту игру, то пишите об этом внизу в комментариях. Пишите, какие карты выпадают вам, есть ли у вас легендарки. И, собственно, сейчас по традиции назовем 10 лучших игроков, а также назначим старейшину. Итак, мы набрали 1359 корон. Да. Итак, на первом месте IvanPlay13. Спасибо тебе. На втором месте я. Да. На третьем месте Андрик. На четвертом Кибердемон. На пятом Ахмед. Шестое место Синяя Звезда. Седьмое место Абита Учиха. На восьмом месте Енот. На девятом месте, что-то сложно прочитать, скажу, 06.006. Примерно так. Сложно, короче. Ну, надеюсь, ты не обидишься, просто скажу. И на 10 месте Маскар. Итак, спасибо этим ребятам большое. Они вошли в десятку лучших, можно так сказать, и помогают с кланом. Спасибо. И сейчас давайте вместе с вами назначим старейшину. Итак, кто у нас там должен стать старейшиной? У нас должен стать старейшиной IvanPlay. Повысить. Да. Итак, я повысила его до титула. Я повысила его до титула старейшины, и походу чувак стрелью радуется, или наоборот, я не знаю, что с ним не так. И если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои офигенные комментарии, а также вступайте в наш клан. И спасибо всем, и до новых встреч!